Дорогие друзья, небольшой грамматический театр представляет песню Евгения Шварца «Дракона». Господин хозяин, госпожа хозяйка, живая душа, откликнись! Никого, пустой дом. Хорошо, что я честный человек. О, господин Бот, скоро вернут за вашей хозяйкой? Не знаю. Мне хочется знать. Почему? Так, спокойнее. Как тебя зовут? Мяшенька. Мяшенька, говоришь? А я подумал, ты кот. Да, я кот. Но люблю иногда так невнимательно. Они удивляются, что у меня еще нет котят. Говорят, что ж ты, Мяшенька? Бедный, милый люди. А как их зовут? Кто они? Очень милые люди. Отец и дочь. Вот Шарломан и Эльза. Ну, почему ты не хочешь их видеть? Понимаете, Эльза, этому дому грозит тебя. И я спокоен, только когда она удивляется их дому. Уходит. Беда? Какая? Что, какой ужас? А сколько у него голов? Три. Так. Лап? Четыре. Ну это еще ничего. Когти есть? Пять клыков на каждой лапе. Они острые? Как ножи. Так. А пламя выдыхает? Да. Настоящие? Лиса горят. Серьезно? Да. Так. Он в чешуе? Да. Крепкая чешуя? Крепкая, как алмаз. Так, представляю себе. Рост? Высокий, как серпо. Ага, все ясно, вот, спасибо. Вы будете драться с ним? Посмотрим. Умоляю вас, вызовите его на бой. Он, конечно, убьет вас. Но... Мы хотя бы помечтаем, а потом, кто знает, вдруг вы убьете его. Ну, спасибо, Бог. А я? Встаньте! Они идут кто? Мои хозяева! Эльса! А что вы делаете? Спокойнее, даже улыбаются. Самое страшное, что они улыбаются. Здравствуйте, добрый господин и прекрасная барышня. Здравствуйте, молодой человек. Извините, что я пришел без приглашения, но у вас, понимаете, такой приветливый дом. Не надо просить прощения. Наши двери открыты для всех. Садитесь, пожалуйста. Дайте мне ваши страхи. Мне показалось, что вы испугались меня. Нет, что вы. Я испугался не вас, я испугался за вас. А, скажите, какие новости в городе? Никаких новостей. Все в порядке. У нас очень тихий город. Вы сможете здесь очень хорошо отдохнуть. Простите, но вы говорите тихий город? Конечно. Дракон? Мы уже привыкли. Он уже живет у нас 400 лет. Можно жить без дракона? А потом он так думает. Однажды, когда на городе упала чума, господин дракон так муна узрал и теперь делал днем воду. И если пил, ученые воды никто не умер. А когда это было? 100 лет назад. Добрые дела не сбываются, молодой человек. Нас так учили. Ну, что же еще сделал ваш добрый дракон? Он избавил нас от цыган. Подождите, цыгане славные, свободные люди. Что вы?
Цыгане очень страшный и опасный народ. Они говорят на странном языке. Их песни черные. Их тело преступление. Они говорили детей и поют им страшные песни. Ну, кто вам рассказал все это про цыган? Сам господин дракон, конечно. Нас так учил. Так, нас так учили. Ну, неужели никто не пробовал драться с ним? Что вы? Пока он с нами, ни один другой дракон не смеет на нас напасть. Ну что вы говорите? Других драконов давно перебили, а этим займусь я сам. Нет, я не хочу.
Aceasta dintre acum vreau să o predați e Ahatum, un bios, Svaibo, Atsa. Îți zi atât pădru, Atsa. Aceasta dintre acum vreau să o predați e Neați de Raius, Ați de Lăi. Din nini Aceasta dintre acum vreau să o predați e Так, добрые дела не забываются. А господин дракон просил передать себе. Посмотрим! Внимание! Внимание! Цыганская почта! Дракону каю! Твоя мама глупая женщина. Она уже делала все знают, что... Внимание! Внимание! Смерть идет! Любимый дракон победит Лазелота! Пошел отсюда! Котик, котик! Не бойся, мальчик! Я скажу тебе по секрету! Я подарил Лазелоту шапку, невидимку, волшебный мяч и ковер самолет! Сказки не врут! Он победит? Конечно! Расскажите, расскажите, если чего интересного. Сейчас господин дракон... Все по домам. Смотрите, смотрите, кто-то бьет господина дракона по голове. И правда, смотрите! Внимание, внимание! Слушайте приказ. Смотреть на него вредно ловать. Все по домам. Что происходит на небо, вы знаете по телевизору. Вот это правильно. Все по домам, все по домам. Мы приехали, нам нужен порядок. Давно пора. Смотрите, падает первая голова. Внимание, внимание. Сейчас господин дракон применил мудрую стратегию. Всегда выведет как нам. Что же это 20 лет не остается? Наш дракон всех переиграл. Он сам отказался от первой головы. Он засыпет весь город радиоактивным пеплом. Смотрите, падает вторая голова. Мальчик, это обозрение. Я только вам, что это Акан. Я сам часто дерусь и понимаю, когда кого-то бьет. Какой ты глупый. Зубы у тебя падают. Падают. Ты жив же. Да, но голова у меня никогда не падала. Внимание, внимание, последние новости. Господин дракон оказался от второй головы, чтобы сосредоточиться. Все идут по плану. Одна голова лучше двух. Внимание, внимание, смерть идиота! Любимый дракон победит Лазелота! Внимание! Но было так темно, а потом мы упали, все убежали. Эльза! 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 Эльза, детка, садись, садись. Друзья! Мы собрались, чтобы отметить важную дату, великую победу над страшным тираном, жестоким и хитрым драконом. Победа! Победа! Гордо задра дьяга псих и цыган Ланселот вызвал дракона на бой. Лекарь ранил его и только разозлил живой.
всегда храбрый и сильный мэр города. И красивый. Храбрый, сильный и красивый мэр города взял в руки меч и победил дракона в честном бою. Вы видели это? Мы видели это! Но я видел совсем другое. Слава мэру! Миру мир! Слава мэру! Миру мир! Элза, детка. Милая Элза. Милая Элза. Детка. Тебя очень приятный сюрприз. Ты согласна? Согласна! Друзья, зачем вы убиваете меня? Раньше я боялась дракона, теперь я боюсь вас. Разве вы не видите, что я люблю и жду Ланселота? Он боролся за вас, а вы его предали. Это так больно, так горько. Далеко-далеко в горах. И услышу твой голос. Там гора есть пещера, а в ней лежит жалобная книга. Какая это жалобная книга? Как она жалуется на всех языках, всеми голосами? Я лежал ранний и услышу, что тебе горько, и поспешил сюда. Молодой человек, не мешайте. Приглаши без приглашения. Просто освободите себя потише. Да, за всю историю, как вас зовут, фамилия или отчество, кто вы в национальности? Перестаньте. Ланселот, я знал, что ты придешь, как я рад. И я рад, мяу. Хотя, если бы нам было спокойнее. Шаку невидимку принес? Нет, не брал. Конечно, мы все видели, то на самом деле, как я делаю дракона. Мы знали! Они знали, они ждали. Как же, ты думал, меня можно победить? Я сам воспитывал эти души. Это мертвые души. Читал Богу? Шашман. Сначала ты хотел отдать эти дракону, а потом этому негодяю. Как тебе не стыдно? А, господин Ланселот, я думал, что бывает и хуже. А вы, мэр, ваш лучший друг дракон убит, а вы женитесь на его невесте? Простите, господин Ланселот, нас обучили. Всех так учили, но почему ты оказался первым учеником, скотина такая? Собак! Но уже не тот. Ничего, просто тебе рано, тебе не болен. Но это пройдет. Скоро тебе станет лучше. Я верю в тебя. Спасибо, Эйза. Ты только что убила дракона. Друзья мои, я вижу, моя работа здесь еще не окончена. В каждом из вас надо убить... Нет! Ну, победить дракона. Нам будет больно? Тебе нет. Она. А с вами придется повозиться. Но я не боюсь работы, потому что люблю вас. Не верьте дракону. Все души живые, и все мы будем счастливы. Наконец.